Вероник, привет. Привет. Как дела? Друзья, всем привет. Находимся на речке Полисте, Старой Руси, Новгородской области. Мы... Сколько, Вероник, мы здесь? В районе часа где-то, да, как приехали? Ну что, Вероник, все хорошо? Так, ну, итог. 12 часов. Смотрим, что у нас с рыбкой. Так, ну что, ну на жареху есть. Так, спиннинг получается. На спиннинге два крючка. Ловил я на опарыш. Делал бутерброд из красного, белого. Стоит вот такая вот кормушечка. Вот. Такая вот кормушка. И самая дешевая подкормка. Это прикормка. Вот она, лещевская. Ваниль. Вот там вот мужичок стоял, что-то вообще грустно, как-то ничего не ловилось. Я так понимаю, что сейчас без прикормки вообще делать нечего. Вот, к сожалению, на червяка не удалось. Там какие-то было три дохляка. Надо было съездить, накопать. А вот красный и белый опарыш. Вот. Ну все, всем удачной рыбалки. Всем пока.